Всем ассаламу алейкум. Для тех, кто прибыл с России к нам и оказался в трудной ситуации, запустился каливинг под именем Мост в рамках проекта Ковчег. Здесь вы можете остановиться совершенно бесплатно 10 дней, пока у вас адаптация не пройдет. Здесь у вас будет доступ к интернету, здесь будут подсказывать вам гиды о нашем городе, что нужно делать в первую очередь, когда вы прибыли к нам в Казахстан, и в целом вам будут обо всем подсказывать. Здесь вы можете остановиться 10 дней бесплатно, специально для тех, не для всех, специально для тех, кто приехал сюда с детьми, оказался в трудном положении, политических беженцев, журналистов, общественных деятелей. Мы оставим снизу контакты, по которым можете позвонить, написать и узнать, есть ли сейчас на данный момент места. Места, к сожалению, ограничены, поэтому просим вас заранее звонить и уточнять у нашего администратора. Итак, ребята, мы сейчас вам покажем дорогу, как попасть к нам. Для тех, кто хочет сюда приехать, вы в первую очередь должны в навигаторе найти нас Халва Ресорт, база отдыха Халва, новое название Илек. Мы есть в Тугис, Яндекс.Навигатор. Дальше мы сейчас вам покажем, как найти, дойти до нашего ковчега, точнее дома. В первую очередь вы увидите КПП. Дальше направляемся вперед. Вы увидите первый поворот направо. Мы этот поворот пропускаем. Идем дальше. И вот на втором повороте мы поворачиваем направо. И вот как только мы свернули направо, мы увидим дорогу, которая ведет в наш дом. Она находится слева, 8-й дом. Номерок написан. Хорошо, как только мы дошли, вот номерок 8. И вот и дверь. Добро пожаловать.